За моей спиной находится спорткомплекс «Наука Спорт». Здесь вырастили много чемпионов. Здесь занимаются взрослые дети. Но компания «Интергалбуд» пытается здесь незаконно построить жилой комплекс. Ухожу за тобою, и между сладко и больно. Всего чуть-чуть. Смотри. Эту сексуальную девушку зовут Маша Фокина. Ее отец Игорь является совладельцем акционерного общества «Наука Спорт», которому еще в 2004 году Киевсовет предоставил на 25 лет в аренду 6 гектаров земли на бульваре Академика Вернадского 32 для обслуживания спорткомплекса. Игорь является руководителем Фонда экономических связей Украины с российскими оккупантами. Как сообщала Радио Свобода в 2019 году, он даже пытался прихватить резиденцию Межигорья диктатора Януковича. У Маши есть дед Витоль Фокин. Ему 88 лет. Он первый премьер-министр независимой Украины. Президент Владимир Зеленский ввел его в состав делегации трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на Донбассе. Еще одним владельцем и экс-директором «Науки спорта» является Ирина Кржевина. Она жена Михаила Грибкова, председателя профсоюза работников геодезии и кадастра. «Наука Спорт» – один из лучших спорткомплексов в Киеве, где регулярно проводятся международные соревнования с 1964 года. И имеет 9 превосходных грунтовых теннисных кортов, 3 из которых с трибунами на 2500 мест, 3 теннисных корта с покрытием хард, спортзал для футбола, гандбола и баскетбола, 2 бассейна, 6 дорожек и тренажерный зал. Сейчас, по заявлению Фокиных, эти 6 гектаров земли разбили на 2 равные части, одну из которых арендовала фирма «Наука Комфорт» для строительства жилого комплекса. Как стало известно из источников редакции «Актуальной правды», недавно был подписан тайный меморандум, в котором арендаторы этих земельных участков незаконно отдают право на застройку жильем скандально известной фирме «Интергалбуд». Команда «Актуальная правда» будет проводить еженедельный мониторинг территории «Наука Спорт» и, безусловно, остановит возможную незаконную застройку спорткомплекса.